Привет, друзья! Видео про то, как настроить блокировку центрального замка полоседан. Значит, выбираем блок управления бортовой сети. Затем выбираем кодирование 07 и длинное кодирование. Перед этим было бы неплохо куда-нибудь сохранить вот этот длинный текущую кодировку, длинный код. Заходим в длинное кодирование, и вот в нулевом байте настройки, вот двери будут, у меня стоит птичка, двери будут автоматически разблокированы после извлечения ключа, двери будут автоматически заблокированы при достижении 15 км/ч. Ну, по умолчанию, конечно, центральный замок установлен. Далее в пятом байте еще настройки для подтверждения блокировки через звуковой сигнал и подтверждение разблокировки через звуковой сигнал. Я себе подтверждение разблокировки не ставил, только подтверждение, что машина закрылась, подтверждение блокировки. После того, как выбрали необходимые настройки, нажимаем выход и выполнить. Пишет, что кодировка принята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!